Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. Мы вновь с вами в нашей студии. Мы, Марина Гес, Степан Арефьев, Мишка Трактора. Вот. И не только, дорогие друзья. Иван Глебов тоже у нас сегодня в гостях. Вот да, он, тогда. Да, замечательный друг, не первый раз с нами. Иван Глебов, солист группы «Виолетта». Ну, хотя у вас «Виолетта», а мы сегодня говорим, Вань, про осеннюю хандру. Как ваша группа... Под «Виоосень». Группа не хандрит, группа переименовывается в «Виоосень». «Виозиму». «Виозима», «Виовесна» и так далее. Самое главное, что вы всегда дарите позитив. Но я даже, вот когда мне сказали, что ты будешь в гостях и будешь спеть нам песню, я даже не сомневался, какую песню можно спеть в день осенней хандры. «Какая осень в лагере»? Нет. А, нет? Что такое осень, Вань, да? Да. Ну, друзья, давайте подарим. Мы с удовольствием будем слушать, подпевать. Да, даже подпевать. Давайте сначала споем, потом еще поболтаем. Поехали. Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Осень, в небе жгут корабли. Осень, мне бы прочь от земли. Там, где в море тонет печаль, осень, вечная даль. Что такое осень? Это камни, верность на чернеющей Невою. Осень вдруг напомнила душе о самом главном. Осень, я опять лишен покоя. Осень вдруг напомнила душе о самом главном. Осень, я опять лишен покоя. Осень, в небе жгут корабли. Осень, мне бы прочь от земли. Там, где в море тонет печаль, осень, темная даль. И что такое осень? Это ветер вновь играет рваными цепями. Осень, доползем ли, долетим ли до ответа, что же будет с Родиной и с нами? Осень, доползем ли, долетим ли до рассвета, осень, что же будет завтра с нами? Осень, в небе жгут корабли. Осень, мне бы прочь от земли. Там, где в море тонет печаль, осень, темная даль. Мне так нравится, у тебя всегда так романтично все, потому что я такая, ну, потому Шевчук, что... Шевчук, у него же есть такая определенная... Ваня человек, да, без хандры, да? Да. Вань, у тебя бывает хандра осень? Ну... Нет, не бывает. Не говорите, чего. Реденько, очень реденько. И твой рецепт по борьбе с осенней хандрой? Ну, как всегда, это мой ребенок. Только она просыпается, и все, там, хандрить уже не получается. Уже, по крайней мере, некогда. А если у наших телезрителей советы, они же не все могут воспользоваться твоим ребенком. Пораньше засыпать, пораньше вставать. Попозже вставать. Попозже вставать, да. Желательно тогда. Ну что, Вань, спасибо за твой позитив, спасибо за твой вокал. Большое спасибо, друзья. Осень, я думаю, многие-многие нам подпевали сегодня, как мы подпевали Ване. Мы тебе не мешали? Нет. Я так старалась не мешать. Самое главное, не мешать. Иван Глебов был у нас сегодня, музыкант, солист группы «Виолетта». Ну а далее у нас мужская такая рубрика, она называется «Дресс-код». Сегодня мы узнаем, как правильно носить нам, мужчинам, носки. Вань, ты знаешь, как правильно носить? Да, конечно. Нет, ты не знал, как правильно носить. Сейчас, вот, сейчас узнаем. Дресс-код, рубрика.